Сержанты Андерсон и Медекс. Да, сэр. В Боснии складывается чертовски дерьмовая ситуация. Поскольку вы лучший снайпер и наводчик, которых может предложить Беннинг, мы решили направить туда именно вас. Сараево сейчас осаждают сербские войска. У нас есть достоверная информация о творящихся в городе кровавых бесчинствах. Главный их инициатор — этот сукин сын. Майор Марко Владич. Отряды ликвидаторов Владича методично вырезают гражданское население в районе Стариград. Со всем уважением, сэр, но почему этот ублюдок еще жив? НАТО не может действовать, пока не предъявит журналистам неопровержимые доказательства преступлений Владича. По городу гуляет старуха с косой, а вы отправляете нас туда как папарацци? Ваша задача — встретиться в заданном месте с информатором ЦРУ. Местный жулик, фамилия Меринов. Он будет вашим проводником. Как только снимете на пленку преступление Владича, сразу убираетесь оттуда. А если наткнемся на Владича? У вас четкий приказ, капитан. Сделайте снимки. Потом уже поговорим о Владиче. Все поняли? Да, сэр. Удачной вам охоты, господа. Понял, 32-й. Сигнал показывает, что ты в 2 километрах к юго-востоку от окраины города. Разведка сообщает. Армия сербов полностью блокировала Сараево. Будь очень осторожен. Говорят, посоветовать этот контакт командованию было твоей идеей. Кто он? Просто мелкий жулик и подонок. Когда мы были в Афганистане, он пытался впаривать очищенный спирт под видом выпивки. Но поверь мне, кто-кто, а этот на территорию врага пролезет точно. Он приведет нас к Владичу. Ты хочешь сказать, к доказательствам? Ну да. На 12 часов танк, держись. Поправлюсь. Никчемный металлолом начала 90-х. Цель — солдат на броне. Расстояние 150 метров. Ветер постоянный. Можешь начинать. Ветер, значит, и, значит, говорите, постоянный, да? Начинаем. Первый готов. Теперь тот, что чинит двигатель танка, справа. Ха-ха! Вот этого будет легкий восточный взять ветер. Уже посложнее. Легкий восточный, да, говорится? Чисто сделано. За мной. Надеюсь, ЦРУшники не станут назначать встречу в самом центре боевых действий. Ага. Интересно, у ЦРУшников была веская причина назначать встречу в эпицентре боевых действий. Разве они больше не закапывают трупы в лесу? Как всегда циничен. Судя по тому, что я слышал, парень дешевка, и он сам настоял на встрече в этом месте. А еще сказал, что там получатся фотографии высшего сорта. Еще меня называют. Да, вон он входит. Вижу одного будущего мертвеца в окне. Первый этаж того дома. Все, готов. Отличный выстрел, друг. Правда, я плоховато слышу, что говорит наш напарник. Но потихоньку. Я на точке. Это мне не мешает мне точно стрелять. Тихо, это я. Мой фраг. Не отдам. Наверное, придется сейчас идти за след. Ах, ты ж смотрите-ка. Видите, грамотно на самом деле, чтобы никто не поднялся, шкафом просто взял так вот и прикрыл. Куда ты меня вытолкнул? Три цели. Одна в окне, две снаружи. Вступай по сигналу. Первая цель у левого крыла здания. Курит там. Покончи с ней. Так, работаем. Поправку не делаем, потому что очень близко. Следующий справа. Парень с радио. С радио парень. Здесь вот так вот. Ну и в окне, наверное. Последняя цель в окне здания. Первый этаж. Отлично. Точно в цель. Слушайте, ну тут уже поинтереснее, я вам скажу, чем в джунглях Филиппин. Патруль приближается. Черт, давай за мной. Так, давай. Куда ты нас сейчас приведешь? Ага, well. Умно, под вагон. Но все равно наши ребятки остаются очень заметными. Ну и пожелаем им удачи. Тихо. Замри, не шевелись. Спокойно, спокойно. Без паники. Мы сейчас с вами
Начнем двигаться дальше. Но по идее они должны трупы тогда обнаружить, я так понимаю. Или они просто мимо пройдут по этим ЖД рельсам и не обратят никакого внимания на отсутствие бойцов на месте, в общем-то, где они должны быть. Этот урод мой. Тихо, тихо. Хорошо, договорились. Что неплохо он так выкатился, да? И просто великолепно снял его. Избавил нас с вами от лишней работы. Ну, давайте сейчас тогда за ним побежали. Да, такая солидная группа противников прошла. Мы их миновали. Кажется, они направляются в город. Нужно поскорее закрыть сделку. Войну больше не выигрывают пушками. Выигрывают, подкупая за булдык в подворотнях. Ну, все не совсем так. Слово и образ не слабее пули. Чтобы добиться своего, нам понадобятся политические рычаги. Черт, приехал. Стой. Впереди очень много врагов. Не стоит лезть в бой. Лучше обойти их. Иди за мной и будь начеку. Конечно, шеф. Фига он бежит. Ладно. Цель впереди. Оставь его, он слишком открыт. Слушай, а что-нибудь-то светится аж. Видите? Жесть. Так, 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 так. Подходим. Сейчас за ящиком с вами спрячемся. И выжидаем. Ну и, конечно, нужно внимательно слушать указания наводчика. В принципе, никогда не подводил. Так, это меня там запалили? Ага. Стой. Выжигай. Будь начеку. А меня точно никто здесь не заметит. Проходим. Наводчика никогда не замечает. А вот меня... Еще двое патрульных. Пусть запросто. Пройдут. За мной. Ой-я. Так, успели убежать? Успели. Успели, да, успели. Фух, вовремя я успел спрятаться за вагон. И миновали эту чертову точку. Уничтожьте противников на станции. Снимаем их. По-тихому. Одновременно? Так. Сейчас дайте-ка посмотрю. По-тихому имеется в виду... Ножичком, что ли? Сейчас дайте, я все-таки поорудую. Тихо, не поворачивайся. Отлично. Так, с этим разобрались. Ха! Я стал второй. А второго давайте, может, пулькой снимем, а? Вот так вот. Чтобы не мучиться, потому что там-то уже я могу быть виден. Видите, там кто-то слева еще сидит. Сейчас посмотрим. Перезарядим. Перезарядим. Оружие. Максимум патронов. Максимум аптечек. Вот аж не пришлось. А еще ими пользоваться здесь, в новом акте. А это еще что за фигня? Это не просто выброс дыма. Иначе он бы уже развеялся. Твою мать, ложись живо! А что ж это такое? Костры горят. Жгут что-то. Очень рискованно, Карл. Напомни потом, что тебя слушать нельзя. Не дрейф, напарник. Я же рядом. Тебя ждет снайпер наверху. Вижу снайпера. Готов к выстрелу. Это будет вот такой выстрел. Как? Не успел он ничего сообщить, слава богу. Ну как, одним выстрелом двоих убьешь? Убью, конечно. Так, здесь готовы, ребяточки. Хорошо. И остался один. Все, можно даже мне не сообщать, потому что я уже и без помощи смог определить последовательность уничтожения целей. И дальше за наводчиком следуем. Слушайте, ну вот второй раз такая же петрушка. Вот здесь вот ты с этим снайпером. Вроде бы попал, а вроде бы не совсем точный выстрел для того, чтобы... Да,
убить его. Наверное, остатки хорватских ВВС пытаются отвоевать плацдарм для своих. Они, наверное, сумасшедшие. Летают так низко под носом. Сначала иди, наша точка встречи на том конце квадрата. Надеюсь, у тебя есть самая перчатка. Значит, нам придется обклеить орудие 100-долларовыми купюрами и ждать, пока их растащит по частям. Да, все вижу. Надеюсь, летчики хоть раз прокатят за то, что мы делаем их работу. Прикрой меня, я выхожу. А куда выходить-то? Нам надо вот этих сукам всех, которые сейчас на орудии у нас сидят, да? Ладно, есть у меня идейка, друзья. Давайте вот так вот начнем работать. Воу! Вдвоем! Это готов. Сейчас спалили. Супчики, голубчики. Ну, это уже не важно. Это ж все бойцы вражеских сил сейчас уже уничтожены. И самое время подбираться вот к этой зенитке. Устанавливаем С-4. А когда подрывать? Заряды установлены. Выбери подходящую дистанцию и отправь их на тот свет. Я думаю, что взрываем здесь. Бум! Круто. Расчет орудия мертв. Блин, то же самое нужно сделать теперь и с другим орудием. Мы попробуем сейчас как-нибудь снять их таким образом, чтобы уже мы остались с вами незамеченными. Нам не представляют здесь... Не представляют здесь выбора. У нас следующее очередное орудие отмечено индикатором соответствующим. Поэтому давайте тогда работать уже с этим. Сейчас посмотрим, определимся с вами с количеством противников, а потом уже организуем с вами атаку. Так, здесь сейчас мы сразу их отметим, да? Ну, визуально, конечно, здесь всего их трое. Давайте вот так вот, бумс. Устанавливай С-4, живо! Сделали мою работу. Такое ощущение, что здесь без тревоги не получится никак. Тут может быть опасно, конечно, если они все сагрятся. Я сейчас обойду с этой стороны вот этого автобуса. Точнее, кузова автобуса. О, да. Тут, гляньте, как двое сразу могут лечь. Так. Смотрите-ка. Бумс. Да, прям двоих сразу сняли. Увидел. Все. А кто там говорит-то еще, если я его снял? Неясно. Ну ладно. Время для С4. Ставим с вами заряд. Ну, также уходим на безопасную дистанцию и взрываем. Ну, можно, наверное, здесь взорвать. К северу. Знаю, надолго ли, но нам надо исчезнуть. Встретимся позднее у подземного перехода. Хорошая работа, Кол. Мэддекс похлопал меня по спине. Я об этом мог только... Этот парень должен ждать нас по ту сторону перехода. Идем. Но здесь есть противник. Вау, 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 вау. Ну и отряд тут, конечно, да? Многочисленный, однако. Твою мать! Это что такое было? Блин, снова здесь бег у нас. Дайте пистолет возьму. Так быстрее просто бегается, наверное. Куда прикрывать-то, золотой, блин? Че, офигели, что ли? Так, готов. Блин, каска его, что ли, спасла? Офигеть. Ну да, там...
Бегаем. Ну что там у нас? Получилось вроде бы все, да. Но пришлось аптечку использовать, как видите. А вот и информатор. Вы Андерсон, верно? Мистер Андерсон. Собственной персоной. Уже наслышаны обо мне, а? Резюме потом пришлете, сейчас речь о другом. Американцы, всегда вы куда-то спешите, бежите. Учитесь расслабляться. Бутылочка водки. Симпатичная девушка, чтобы кровь не стыла. Хотите? Для гостей найду без проблем. Потом как-нибудь. Мне сказали, вы знаете дорогу. Да, несчастье. Ни за что на свете не хотел бы возвращаться в это ужасное место. Но души жертв Владича требуют мести. Мы ведь здесь именно за этим, да? Верно. Ну и ради чемодана, набитого чистыми купюрами по 100 долларов. Кажется, я не нравлюсь вашему спутнику. И мне тоже. Но мы здесь не за тем, чтобы клясться в вечной дружбе. Чем быстрее отведете нас в лагерь Владича, тем раньше получите свои деньги и вернетесь к своей насыщенной жизни. Я все понял. Идите за мной. Слушайте, шутник какой-то попался. Быстренько пробежимся по статистике. Слушайте, и очень непродолжительная у нас миссия оказалась. Всего-то на 15 минут. Убито 27 врагов, 2 хедшота, 2 убийства, 5 тревог. Общая меткость 92%. Неплохо. И мы с вами, друзья, отправляемся уже на следующее задание. Всем до встречи.